Ё-моё! Где ты, где ты? Вот ты здесь. Вот здесь вот, ребята. Фух, открываем. Есть. Ее, выиграли, ребятушки. Мы открыли... Открылись, значит, уровень. И идем домой. Да-ду-да-ду-да. Дуда-плей. Всем привет, ребятки. Вы на канале Дуда-плей. И мы продолжаем играть в игру. Побег Стикмана из тюрьмы. Третий сезон, да? Да, третий сезон. Так, как улитка, ребята, мы в прошлой серии дошли до этого момента. Как улитка, давайте посмотрим, в чем прикол. А, смотри, как он медленно бегает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень медленно ходит. Ну, смотри. Нам нужно допрыгнуть до того рычага красненького. Давайте. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, как тяжело все-таки он прыгает. Но можно, можно, все. Так, здесь мы не будем, надо будет снизу идти. Так, давай, прыгаем. И нам нужен этот ключик, ребята. Так, а ну-ка, подходим. Поближе и прыгаем. Опля, есть. Так, а ну-ка, есть. Открыли мы замочек и... Давайте, идем. Вот такая вот, смотри, как улитка, вот реально. Бегает очень медленно, идет. Давай, быстрей. Фух, устал. Давай, устал. Иди давай вперед быстрей. Так, хорошо. А, градиент. А, смотрите, ребята. Здесь, получается, нам нужно выбирать ключики по цвету. Первый ключик должен быть голубеньким, да? А голубенький у нас сверху. Хорошо. Сейчас берем. Ой, сверху голубенький. Так, тихо, прыгаем. Опля. Есть, на лифт мы садимся. Ой-ой-ой, а чё ты умер? Подожди. Стукнулся я или умер? Сейчас немножко я не понял. Давай еще раз. Наверное, этот самый задел. Ладно, стоим. А, нет, видишь, я головой это стукаюсь об эти штуки. Давай еще раз. Так, ну первый, смотри, голубого цвета, правильно? Во. Так, а ну-ка. Опа, есть. Так, первый был у нас голубой, а потом идет зеленый. Зеленый цвет. Так, давай берем зеленый цвет. Опля. Так, после зеленого я смотрю цвет желтый. Желтый цвет идет. Давайте возьмем желтенький цвет. Вот у нас ключик лежит. Есть. После желтого идет, я так понимаю, розовый, да? Или, да, розовый, скорее всего. Да-да-да-да-да-да. Идем к этому розовому. Ой-ой-ой, в башку ударился. Ё-моё. Ладненько. Еще раз. Быстренько берем, идем сюда. Сейчас идем, берем голубой цвет. Так, прыгаем. Ой, нет, все-таки стукается он. Здесь нужно аккуратненько. Аккуратненько поступать. Ага. Ах, не допрыгиваю. Нет. Есть. Так, голубой, потом идет зеленый. Так, бежим, берем зеленый цвет. Так, потом идет у нас желтый цвет. И такой вот розовый. Надо теперь аккуратненько не прыгать. Все делать аккуратно. Тихо. Ё-моё. Так, все. Не прыгаем, просто ходим. Есть желтый. Так, и сейчас надо будет розовый взять. Так, розовый взяли. Теперь у нас остался, ребята, фиолетовый. Да. Ох ты, зачем я синий взял, а? Так, ну все, мы сейчас не откроем. А, нет, смотри. Вот, появился у нас ключик. Отлично. Есть, открыли и выходим отсюда. Ох. Так, это так, нет, извините. Не, по местам, смотри. Нам нужно разместить везде эти коробочки. Хорошо. Так, а ну-ка, аккуратненько сейчас. Сначала возьмем красный, поставим. Да. Оп. Так, аккуратненько, нельзя прыгать здесь, я знаю. А-а-а, я сказал же, не надо прыгать. Ты зачем прыгнул? Слушай, а, чувак. Я же сказал тебе не прыгать. Да, здесь надо аккуратно все. Аккуратненько делать. Не прыгать. Вообще не прыгать. Вот сейчас можно прыгнуть. Все. Теперь надо ящик этот сюда поставить. Ой, какой он медленный, а.
Так, все, ящик мы этот установили. Теперь ставим вот этот зелененький. Зелененький или такой желтенький такой? Наверное, зелененький. Так, все, зелененький ставим сюда. И остался только синенький. Хорошо. Так, здесь надо аккуратненько. Опля, хорошо, что он скатывается. Все, открыли и уходим отсюда. Есть. О, ребята, это 16 уровень. Я вижу тут большую-большую такую жвачку. Ох, нифига, он сдох, смотри. А как тебя... Как тебя побороть? Слушай, а ну, подожди. Надо, может, так прыгать его. Ох, нифига. А что мне с ним сделать-то, а? А, можно просто мышкой было нажать и все. Ха-ха-ха. Прикол, прикол. А я тут что-то... Я думал, должен как-то сдуваться, что ли. Так, все, открываем. И забираем наш желтый ключик. Есть. Все, мы открыли. Открыли эту тюрьму. И выходим отсюда. Так, смотри. Странные весы называется. 17 уровень. Посмотрим, что же нам сделать. Так, тут мы не допрыгнем с вами. Идем тогда сюда прыгаем. На вот эту штучку. Так, тихо, прыгай. Опа. Есть, да, вот смотри. Так, а ну-ка еще. О, достаточно. Так, опа, надо еще, смотри, успевать. Так, он все, видишь, катится. Все, открыли мы этот уровень. Идем дальше. Так, здоровенный ключ. Смотри, ребята. У нас есть ключ. И он очень большой. А, смотри, когда на него прыгаешь, он начинает уменьшаться. Хорошо. Ух ты, смотри. Оп-оп-оп. Прыгаем, прыгаем. Вот, смотри, как уменьшается хорошо. Вот, совсем маленький становится. Еще раз. Еще раз. Давай. О, все. Теперь его можно двигать. Давайте подвинем его к нашему замочку. Есть. Открыли и уходим отсюда, с этого уровня. Ух ты, помощник, смотри, ребята. А-а-а, смотри, он я маленький, маленький бегаю. Ой, он умирает. Так, ладно, надо аккуратненько. Так, а если он убежит? Так, нет, он не убегает. Надо этому помочь сверху, большому. Так, открыли. Дальше что? Так, он просто будет кататься, что ли? Надо его подвинуть, слушай. Чувак. Подожди, надо тебя, чтобы еще не убить. О, давай, давай, иди, иди уже. Давай, 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 иди, иди сам уже. Ладно, давайте мы его подвинем к выходу. Все, закончили. Закончили эту серию. Так, а ну-ка, это что такое у нас? А, нифига себе, смотри. Все равно. Так, а ну-ка. Прыгаем сюда. Так, понятно. Понятно, что ничего не понятно, ребята. Ага, вот как. Все равно не прочитаешь, написано, прикинь. Так, а потом куда? Кто помнит, а? Так, сюда. А как на эту попасть нам? Я уже что-то запутался, слушай. А, все, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Все очень странно и очень страшно. Так, а ну-ка. О! Так, теперь сюда. Все, мы, ребята, открыли с вами. Так, а теперь выпрыгиваем. Опа! Так, и направо идем сейчас. Все. Ну и все, теперь можно убежать. Вот такой вот очень странный уровень, ребятушки. Это был 20 уровень. Так, 21 уровень, регулировщик, смотри. А-а-а, вон оно как. Регулируешь, да? А ну-ка попробуем, сможем мы добраться до нашего. Есть! Получилось, ребята. Все очень даже легко оказалось. А он как... Фига он как низко может делать, прикинь. Вот здесь прям надо аккуратно. Я хотел лишь проверить. Опа. Опля. Ух, ты что прыгаешь так? Ой, все. Аккуратно. Так, выход. Смотри, нам нужно написать по-английски. Кто английский знает? Что, какие буквы у нас идут? Ехит. Экзит. Выход по-английски. Буковка Е. Потом буковка Х. Так, главное, чтобы никакую другую букву не взять. Так, аккуратно. Так, Е взяли. Потом буква Х. Х.
Да, X по-английски, правильно говорить. Ой-о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 й, не прыгай, не прыгай, слушай. Так, Х есть. А теперь буковка И. Так, вот, И взяли, и теперь буковку Т. Так, теперь аккуратно здесь, чтобы О не взять. Опля. Так, теперь нужно подождать. А вот так вот сделать. Все. Нормально. Интересно, а если на какую-нибудь другую букву взять, что будет? Ну да, мне интересно. А! Нифига! А чё он закрылся-то? Ё-моё, ну ладно, сейчас быстренько мы откроем заново. Буковка Е. Так, открываем. Потом буковка X. Тихо-тихо-тихо, не соскальзывай. Так, буковка X. Ой-ой-ой, не успел. Так, главное сейчас не прыгать. Так, быстренько сейчас возьмем буковку X. Потом буковку И. Вот, и потом буковку Т. Все, ребята, мы открыли. Теперь главное буквы эти не трогать. Иначе придется заново проходить игру. Так, 23-й. А ты в стране чудес, называется. Интересно. Ага. О, ё-моё, смотри. Маленький был, сейчас большой становится. Фига себе. Во. Сейчас опять начнет уменьшаться, смотри. Все, маленький. А когда маленький, он вообще не может куда допрыгнуть. О-о-о. Все. В стране чудес. Алиса в стране чудес. Кто знает эту сказку? Когда она уменьшалась. Хорошо, успели мы нажать. Теперь будем ждать роста. Здесь, в принципе, уже не сложно. Так, давайте вырастим уже максимально. Все. Максимально мы выросли и начинаем опять уменьшаться. Все, забрали мы ключик. И теперь можем идти домой. Маленькими, маленькими, маленькими такими мы. Ух ты, смотри, ребята. Это босс у нас. Так, ага, следим, где ключик. Хорошо. Так, ключик у нас здесь. Есть. Правильно. Следующий. Так. Хорошо. Следим, следим. Ух ты, ё-моё. Опять здесь ключик. Есть, хорошо, выиграли, ребята. Ага, еще третий раз. Так, следим, следим, следим. Ох-ох-ох-ох, как быстро. Ё-моё! Где ты, где ты? Вот ты здесь. Вот здесь вот, ребята. Фух, открываем. Есть. Е-е-е, выиграли, ребятушки. Мы открылись, значит, уровень. И идем домой. 25-й король рычагов. Ах, ну, этот уровень будем мы открывать уже завтра. Будем сегодня заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Если тебе понравилась серия, и ты ждешь новую серию завтра, поставь лайк, подпишись на канал и напиши комментарий какой-нибудь. Если хочешь, я тебе передам привет, напиши, передай привет. И в следующем ролике я тебе передам привет. Ну, а я с вами прощаюсь. Вы были на канале Дуда Плей. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.